Месторождение золотоносной руды, которое по своим запасам может войти в сотню крупнейших в мире, обнаружено в Сербии. Об этом заявил президент этой страны Александр Вучич в своем обращении к нации. Заметим, что в настоящее время котировки золота на мировых рынках поднимаются. На утро вторника цена золота превысила 1930 долларов за тройскую унцию. Мы нашли еще одну территорию с гораздо большим количеством золота, чем Жагубица. Сейчас проводятся дополнительные проверки, но согласно предварительным данным, речь идет об одном из 100 богатейших по всему миру, а может быть и еще более крупном месторождении золота. Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович заявила, что в сербском муниципалитете Жагубица обнаружено крупное месторождение золота. Она подчеркнула, что это может иметь большое значение для экономики всей страны, особенно для Восточной Сербии. Президент Вучич заявлял ранее, что Сербия за последние 2 года значительно увеличила свои золотовалютные резервы. Он отмечал, что страна располагает запасами золота, превышающими показатели 2020 года почти в 3 раза.